«На своей волне и дорогою добра» – так и называется слет серебряных волонтеров Алтайского края. Сегодня они обмениваются опытом, заряжаются вдохновением. В Барнаул приехали почти 500 добровольцев старшего поколения из разных районов. Это те, кто во время пандемии приходил на помощь нуждающимся. Те, кто вяжет носочки и игрушки деткам, которые родились слишком рано. Те, кто реализует десятки проектов на территории края и, конечно, помогает бойцам на фронте. И вот сегодня у нас есть конкурс плетения маскировочной сети. Изначально, мы все умеем плести маскировочную сеть, но изначально он был придуман для того, чтобы мы поделились способами друг с другом, кто как ее плетет. И не только маскировочные сети. Волонтеры мастерят окопные свечи, антидроновые шторы, браслеты безопасности, вяжут носки, готовят супы быстрого приготовления, делают обереги. Вот когда мы начали это делать, я лично пришла в эту группу, попала, мне стало на душе легче, что что-то для своих мужиков, для наших солдат делаем что-то. И что-то делаем, и вот от этого легче жить-то. А так вот смысла не было. Труды серебряных волонтеров отмечают и на федеральном уровне. Например, алтайский проект «Ориентир добро» стал одним из лучших по всей стране в номинации «Наставничество». Добровольцы могут стать наставниками для подростков, которые оказались в неблагополучных условиях, а сейчас проходят реабилитацию в центре «Солнышко» в Барнауле. Сегодня поздравил всех серебряных волонтеров края губернатор Виктор Томенко. Количество людей, желающих объединиться и вместе вести какую-то деятельность, направленную на то, чтобы решать проблемы, вопросы, заботы всего общества. Их все больше и больше таких людей. Я очень рад, что наше движение волонтеров и волонтеров серебряного возраста находит такой отклик, понимание и готовность принять участие все большего и большего количества людей. Это уже целая армия серебряных волонтеров. Сегодня «Добрые дела» объединили 4000 пенсионеров, которые реализуют более 60 проектов и каждый день делают чью-то жизнь лучше. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.